На территории ОС «Алга» запустили производство оборудования для послеуборочной обработки зерна. Инициатор проекта компания «Амкадор Агидель» вложила в него свыше 3 миллиардов рублей. В церемонии запуска приняли участие руководство Башкортостана, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, вице-премьер правительства России Александр Новак. Мощность предприятия составляет 40 единиц зерносушильного оборудования в год. Строительство комплекса зданий и завода завершили в июле. Их общая площадь составляет 24 тысячи квадратных метров. Ранее инвестиционный комитет Башкортостана присвоил проекту статус приоритетного. Компания получила право вычета по налогу на прибыль и заем от Фонда развития промышленности России. Льготы получат и аграрии при покупке оборудования. Постановлением правительства предусмотрено субсидирование нашей продукции для местных фермеров в зависимости от региона расположения от 50 до 60%. Согласно бизнес-плану, компания «Амкадор Агидель» в 2025 году планирует получить прибыль в размере 2,5 миллиардов рублей, в 2026 – 3 миллиарда. Количество рабочих мест увеличится со 160 до 250. Сегодня также состоялась закладка первого камня в комплекс зданий, где развернут производство спецтехники – грейдеров, бульдозеров, экскаваторов. Мощность предприятия составит 1000 единиц. Проект компании «Амкадор Алга» предполагает объем кап вложений в размере 8 миллиардов рублей.